Россия станет снова великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну. Ситуация вокруг Украины на этой неделе накалилась до предела, и это не фигура речи. Вспыхнуть, кажется, может уже в любой момент. Признать Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Восемь лет люди живут под взрывами бомб, под свист пуль. Принимая такое ответственное решение, мы делаем только лишь одно. Мы своих не бросаем. Слагает их бросить? Они вообще-то тоже русские люди. Поэтому, ребят, я из советских времен вообще-то. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица.